Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Давайте приготовим очень вкусный, простой в приготовлении рецепт. Получается недорого и богато. Это маринованные крабовые палочки. Я очень надеюсь, что вам понравится эта закуска. Так она еще готовится прям быстро, за минуты. Мне понадобится одна упаковка крабовых палочек. Разворачиваю их на пластинке. Вот так. И раскладываю на доску. Разворачиваю так все крабовые палочки и складываю друг на друга. Развернутые крабовые палочки нарезаю соломкой. Я делаю это не очень толсто, чтобы получилась тоненькая соломочка. Крабовые палочки нарезала, перекладываю их в глубокую емкость для маринования. Только их вот так вот теперь нужно разделить, чтобы они были такой отдельной соломкой. Вот так. Сделали из крабовых палочек вот такую вот соломку. И теперь готовим маринад. Смешиваю 3 столовые ложки оливкового масла. Можно взять самого простого растительного, подсолнечного. Добавляю сюда немного соли по вкусу. Смотрите на соленость ваших крабовых палочек. Пару столовых ложек соевого соуса. Также добавляю сюда. Сок четвертинки лимона. Немного тростникового сахара или меда. Я добавляю сироп топинамбура. Прям совсем чуть-чуть, чтобы облагородить все наши вкусы. Немножко, буквально половинку или одну чайную ложку. Сейчас размешаем, обязательно попробуем. Для остринки острой паприки и для пикантности черного молотого перца. Все хорошо перемешиваем и обязательно пробуем. Маринад должен получиться кисло-сладкий. Если получается слишком сладкий, добавьте еще сока лимона. Если слишком такой кислый, то добавьте еще немножко сахара, либо меда. Пробуйте на свой вкус. Немного для пикантности, прямо на кончике чайной ложки, добавляю сладкой французской горчицы. Уже когда добиваюсь такого кисло-сладкого вкуса, сюда же выдавливаю 3 зубчика чеснока. Чеснок берите по своему вкусу. Кто прям совсем против чеснока, замените чеснок либо сухим чесноком, либо добавьте приправу, которая по вкусу именно вам. Это может быть тимьян, розмарин, орегано. Сюда же добавляю 3 веточки кинзы. Смело заменяйте на укроп или на петрушку. Все хорошо перемешиваем. Еще раз попробуйте на вкус. Маринад должен быть кисло-сладкий. И заливаю этим маринадом крабовые палочки. Вот так вот сверху. И все перемешиваю. Перемешивайте аккуратно. Я прям не давлю, просто вот так вот снизу вверх. Снизу вверх. Прикрываю крышкой, убираю в холодильник и оставляю примерно на час. Вы не поверите, какая вкусная закуска получается из крабовых палочек. Гости съедят ее первой. Это просто улет. Но обязательно дайте им настояться. И кому понравится этот рецепт, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые, доступные рецепты. Я очень буду рада, если вы оставите комментарий или также поделитесь в своих соцсетях со своими друзьями и знакомыми. Всем огромное спасибо. Спасибо, кто поддерживает. До свидания. Пока.